Ебало, видел О, какое? пошла. Запись пошла. Так, ну сейчас начнется. Я нет. Пиздец, я в ахуе. Режиссер, блядь. Всем здорово! Народ. Андрюха. Здорово. Здорово, ёпта. Играем мы сегодня РМ. Вы хотели Warface? Вы его получаете. Итак, всем привет. Мы сегодня играем рейтинговый матч. Мы давно тут не были, на. Очень давно не играли рейтинговый матч. Короче, по крайней мере, я играю с нормально, чтобы так тащить. Вот. И сегодня мы, значит, играем на карте пирамида. Я играю с новой Баландой. Сайга кастом, блядь. Вот. А Никита играет с чем-то долго. А я с Бретта. Новый берет, штурмовой, да. Блядь. Тут у меня инж. Да, и, кстати. Вверху еще. А мне. Блядь, да ладно, да, слушай, вижу. Я уже успел уйти в стену, короче, но. За стенку меня вынес. Ой-ой. Что за бред? Чувак, резни. Эй, док, мне нужна помощь! Вот. Ну, а пока я отдыхаю, я могу сказать, то, что. Сайга вот это вот. Ни о чем, ему. Серьезно. Так, кстати, сейчас я когда я умру, я скажу. Маленький у нее урон. Дальность тоже баланда. Ну, видишь, какие-то там долбит всех. Ой! Да, и с Мейни, кстати, начинается турнир зимней охоты. Очень. Так, а будем выполнять, короче. Будем играть. И запишем. Думаю, будем, да. Записывать игры. Короче, мое мнение об этой штурмовой винтовке. М-ка лучше. Конечно, М-ка лучше. Чисто мое. Чисто мое мнение. Намного М-ка лучше, я могу. Это по-любому. Это по-любому. Поводу хочу вернуться. Ну давай буду вот так. Что за топ-дым? Ныкаться здесь, короче. Это идут, один на один идут. Пацан. Бля, нихуя себе. Сказал я себе. Обходят. Граната пошла! Обходят? На вход пошли, да. Мари дымят его. Мари бащ. Чё, в смысле, а почему не лезь? I go rush, короче. Давай, хорош. Там лежит, не ищем? Опа. Уходи. На, ещё, уходи. Минус 3, лол. Блядь. Ну потому что царские, блядь, флешки тут были, понимаешь, летали тут. Царские флешки. Это чё, в двух, царь, что блядь. Ли? Пётр Первый сидит там, охуевает, а? Всё. Как я к спину, а? Спину обошел, пацаны. Вы боевые от ее натуре, вы оцените, я знаю. Пацаны вообще, он рез пошел. Ушел! Резнули пацана. Поебал, ну. Резнул пацана, поебал, да. Он КВ, походу, не? И 18 числа, кстати, Никита выходит Outlast 2. Все бойцы противника убиты. Обязательно буду мы его победили. Проходить. Защитите стратегические объекты. Тебя, кстати, не лол. РК, как обычно, тупит, ребят. Но это нормально, это РК. А пока он молчит, мы с вами здесь граната! Поиграем как штурмовик, только с пистолетом. Как вы думаете? Так, блять, там снайпер, пацаны. Обидно. Хочу сказать новость. Создатель РК, я твой рот наоборот, блять. Как это, да, не новый съема. Шампаса нет? Чувак, давай. Меня задело. Вот. И да, зимний турнир проходить-то будет на. Так, подожди, а Outlast. Он выиграет, не хочет меня резать, да, про Outlast 18-го выходит. Числа. И сколько нам будет стоять? И у этого я пока что никто не знает. Он сейчас behind, да. Этого пока никто не знает. Обходит. Мы уничтожили отряд врага. Победа за нами. Когда я только убил, у меня звук был, когда он так. Типа, защитите стратегические объекты. Ну, нехило причем, да, кстати. То есть, штурмовая винтовка хорошая, но то, что такое говно, прям. Ну я бы играл в Сэмки. Ну нету слов просто. Флешка. Блять, что за. Осторожно, граната! Не-не, вижу тень свою. Есть, у меня, а короче, прикинь, в игре с опозданием, короче, идет, все понял? Ну, то есть, звуки, я охерею, когда я подкаст сделал, у меня тоже через секунду только слышно было в архиве, лучше. Он ставит, да? Да, я тебе серьезно говорю. Я распрыжку делал, как в CSGO. Блин, пипец, зарядку нажал, хотел подкат нажать, короче.
Нажал перезарядку. Ой. Прикинь. Все, все, минируйте, 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 наш... хлопцы. А, окей. Но хлопцы. Давай, 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 минирую. Блин, чё? А духом отобрал, я чё, подожди. Видал. Повернись, повернись, повернись на меня, повернись, повернись. Ай, хорош. Вот тебе морда. Зелёненькая. Тут зелёненькая. Золотая. Золотая. Золотая, чё, что золотая? Ява, ёпта. А давай ещё что-нибудь подписчикам скажем, чё там, какие вопросы были ещё? Ну, вроде мне там вроде вопросы не писаленькие. Типа, Warface хотели записать себе. Вопросы. О, есть, слышь, они идут, Андрюх. На один? В обход, ну, да. Понял, бегу. Давай, обхожу их, в спину. Подожди, у меня тут взрыватель идет уже. Шот изи как-то, пацаны. Чё-то, да? Блядь. Чё-то вообще... Нулёвый, 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 Андрюх. Зарабаш... Он ушел наверх, у него шлем, наверное, возможно. Он ушел, ушел на плент. Плент, рейсай меня. Рейсай, рейсай. Подожди, рейсай, подожди, рейсай, подожди, сейчас мы его уштаем. На изи. Я ж говорю нулёвый. Нормально. Да зашел просто как царь. Чё, Игорь? Какие еще вопросы там были? Подожди. В принципе... Я надо вспомнить. Для пушки, которая идет с тебя поставщиков, она годная, да. Ничего не сказать. Ну да, кстати. Но если хилая, причем я тоже снимал. Спарили либо из креды, я не знаю, это был бы... Креды я бы не выбивал бы сейчас. Конечно. Я не медик, у меня Мосберг есть, который выбивал за Варбакса, кто еще ввели. Вот это был тема. Блин, ну в дым, ё-моё. В дым, сука. Якудзе. Ой, хорошо полетел. Со мной вместе. Кемпер. Так вот, слышь, тебя какие-нибудь вопросы там задавали подписчики, не знаю, просто нет, у меня нет. Там, у меня, кому это нужно? Меня писали то, чтобы это, кому не нужно, чтобы я Warface записывал только, ну не только Warface, да ты чё, блядь, так долго берёшь, я лучше пистолеты бы полил, отвечаю, он так долго её достаёт, единственный минус этой сайги, потому что он долго её достает или убирает, блядь. Это большой. Не знаю, я, короче, минусов особо тут не вижу. Но я привык к кэмке просто из этого. А я подфиксил, да, Андрюх, еще после ПТС-ки? Кого? Оружие. Граната пошла! Цай, куда? Ой-ой-ой, что я делаю, да. Улучшили, да. Андрюх, у меня... А я, блядь, сейчас раз на раз выйду. Да, вышел. Раз на учил. Раз, не пидорас, я. Андрюха, у меня, на моем, двое на моем. А я что сделаю? Медик я. Спину обойди. Они в КВ, лол, в КВ там медик. Лол. На посаде ихнем, на посаде ихнем. Слышь, слышь, слышь. Бомба потеряна. Я раздудойся, твой мама. Мигушитель. Тебе пизда. Не ваншот, лол. Не ваншот, ребят. Вот как такое может быть? Установите бомбу. Слышишь, мне кажется, что у нас команда хорошая. А если с пламиком? 1-6, 1-6. А, ну команды топовые у нас, да. Как всегда. Я люблю таких. Как всегда. Команда топ. Вообще, то есть... Как я его не... Вот опять, ребят, не сваншотил. Чё там? Почти впритык, не сваншотил. Чё ты там опять не пришёл? У тебя не маншот был, что ли? Да. Понял. Сука, он меня бьёт, ё-моё, у меня урон идёт. А я его убью, нет ни хрена, понимаешь? Да, текайте. Готов. Убил? Да. Подожди, подожди, не торопись. Убил, подожди. Где? Сейчас разберемся. Граната! Бедра, конечно, надо желать лучшего. Быстрее, мне нужен граната! А, бедра, куда ты кидал грену? Куда ты кинул грену? Да я не туда, я не на плен. Понял. Иду к тебе. Нулевый, давай. Хорошо. Я флешку кину, я думаю, он будет меня там обходить. Нормально, нормально, играем вроде. Гон один, пойдем за рашем. Попробуем. Ну, давай. Расхерачу. Давай, давай, давай. Бомба взята. В принципе, вот. Ну, она прикольная, да. Да, ребят, есть, ты можешь написать и сказать, как вам новые бабы скины. Нано скины. Нано костюмы. Да, а если они видели их, дальше. Да, я думаю, я вчера только первый раз увидел. Я, нет, да, я вчера охерел, увидел, когда, понимаешь? Сапер! Блять, ставь плен, тупая. Тупой. Когда я видел вчера баба скины, я охерел. Реально. Да ладно, о, это... Нет, кстати, мне единственный, кто там понравился, это Кимпарь. Все, больше никто.
тварь. Я вообще не видал кемпера, честно. Инжак здесь. Еще убью его. Я его убил. Понял. С ящиком. Хорош. Песный кого-то там. Я понял. И где а чё, я хочу? Ареснули кого-то, ареснули где-то. Тихо-тихо. Понял. Не почти. Дурак. Вот сейчас понял. Меня арест? А всё, они затащат. Нормально арестим, вдруг? Команда противника разбита. Блин, не успел. Пацан скалик, это рис... Вот такая вот игра у нас сегодня получилась. Жёсткая, что-то я жёсткий слишком. Жёсткая, да. Чё за профессионал играет вообще? С колесом в минус. Ну, а вам я говорю пока. И желаю удачи. Да, всем. Если кто участвует в турнире, удачи в турнире. Пока.